Чем могу быть полезен? Ваш план выглядит вполне разумным. Вы хотите предложить что-то еще? Эта встреча была очень важной для нас. Спасибо. Окружение – не единственный способ разрушить боевые порядки. Найдите уязвимое место во вражеском строю, ослабьте его обстрелом, а потом нанесите мощный удар силами тяжелых войск. Thank you.
Да, мы забыли. Я верна своему народу. Смотрите, но не трогайте.
Ну почему я? Поговорите с послом. Послы ведут переговоры с другими странами от вашего имени. Чтобы начать переговоры, щелкните на подданном, армии или поселении другого государства правой кнопкой мыши. Чем выше влияние посла, тем больше шансов, что ваши условия будут приняты.
Чем могу быть полезен? Это все? Тогда до свидания. Дочь правителя ведет переговоры с другими государствами от вашего имени. Кроме того, она может выйти замуж за властителя или полководца другой державы. В первом случае заключается династический брак, приводящий к прочному союзу. А во втором полководец переходит на вашу сторону. Дочь правителя может выйти замуж за вашего или чужеземного полководца, а также за правителя или наследника престола другой страны. Чтобы сделать предложение, щелкните на женихе правой кнопкой мыши. Победа без чести – ничто. Вы согласны?